Ребят, всем привет! Недавно вышло видео у нас про авторынок «Зеленый угол». Сегодня продолжение, часть вторая. Возьмем такое разнообразие автомобилей. От кейкаров, рабочие автомобили. Пойдем посмотрим, что происходит на авторынке. Выходной день. Сегодня суббота. Друзья, и поступают вопросы, что касается темы автомобилей, которые находятся в пути, на дроме. Почему на них цена намного ниже, там на 100, на 150 тысяч дешевле? Почему это? Не ленитесь, заходите, смотрите, видео есть где-то там у нас внизу, минус там 2 или 3 видео. Вот, не подробно, но общая информация для понимания там есть. Ну и также поддерживайте нас, подписывайтесь на наш канал. Поехали смотреть! Интересный автомобиль Honda Vamos, такой микровенчик его называют. Ну, по большей части это кейкар, микровен. Таких автомобилей действительно очень мало. И, как сказать-то, не знаю. Короче говоря, автомобиль идет на коробке. Давайте посмотрим по салону. По салону. Были бы еще электродвери здесь, стены, по-моему, не было. Но салон идет не как там у хайджета, да, а прям такой суперовый, клевый салон. Ну, как бы заднее сиденье, правда, на веслах, но страшного здесь ничего нет. Даже идет подлокотник с двумя подстаканниками для задних пассажиров. Сиденья, они однозначно здесь складываются. Багажное отделение тоже, посмотрите, слева-справа пластик, да, но пол, обшивочка идет тканевая на этом автомобиле. Ну и также, получается, спинки задних сидений, они регулируются в нескольких положениях. Это очень удобно. По месту, место во втором ряду тоже вот так. Вот, и так, передний ряд, дверная карта. Видите, тоже пободрее идет, чем в каких-то таких бюджетных автобусах. То есть и тканевые вставки, и пластик идет помягче. Сиденья тоже идут тряпочные, коврик родной. Руль идет чуть ли не кожаный на данном автомобиле. Пугаться не надо, автомобиль пыльный, то есть небольшая полировочка, будет все клево, замечательно и уютно по месту. Места в автомобиле довольно много, особенно мне нравится крыша высокая. Хотел сказать, мультимедиа-система, обычный магнитофон, печка, дуйки, аварийка, ну и, собственно, сама коробка. Три педали. Сцепление. Стоит автомобиль 375 тысяч рублей. Здесь даже в дверных картах монтированы пищалки. Ну и вот такого плана электрический стеклоподъемник. Книжечка какая-то лежит, аукционика в автомобиле. Нет, так, каким-то образом я закрыл себя. Люди, выпустите меня отсюда. О, все, открылся автомобиль. Посмотрите на его внешний вид. То есть со стороны он смотрится намного симпатичнее, конечно, чем хайджет. 375 тысяч рублей. 4 ВД на коробке. Суперсалон. Это уже идет Suzuki Hustler, такой в сине-голубом каком-то цвете 2015 года. Мне этот цвет очень нравится. То есть автомобиль, он будет выделяться на дороге. Зеркала заднего вида не в цвет кузова, а не белые. Крыша на автомобиле тоже идет белая. Посмотрите, симпатичное литье установлено на автомобиле. Летняя резина, хорошая летняя резина. Есть 4 ВД, есть турбо такие автомобили. Есть передний привод, есть 4 ВД. Задние сиденья у нас регулируются, складываются. Смотрите, сиденья, салончик, он тоже под цвет кузова сделан. Прошит такой голубой ниткой. Вот так взяли, подвинули. Багажное отделение стало меньше, ну, либо здесь место стало больше. Бесключевой доступ, климат-контроль, руль обычный, пластиковый, электрические стеклоподъемники, переднее сиденье диваном, подлокотник чистый, такой аккуратный, приятный салон. Знаете, вот бывает, смотришь автомобиль, не знаю, то ли от продавца, то ли от чего зависит, вот садишь, и там прям грязно, пыль, я не знаю, вот такой слой. А бывает, садишься, вот как сюда мы сейчас сели, чисто, аккуратно, уютно, вопросов вообще нету. Был бы еще аукционный лист, лежал бы где-нибудь. Мультимедиа-система, подушка безопасности, кнопка старт, подогревы, датчик при столкновении, антиюз, айстоп, корректор фар, вот такого плана, подстаканник с этой стороны, вот такой подстаканник. Ну, больше интересного ничего такого нету. Ну, вот здесь еще идут подстаканник, ниша и ручник идет ножной. Смотрите, прикуриватель куда спрятался. Вот сюда он спрятался. Давайте посмотрим под капотом, что у него. 0,7, как бы, ну, как вам сказать, 0,7. По городу, да, куда-то по трассе, конечно, тяжеловато на не турбо. А то, смотрите, машинка маленькая, какое большое подкапотное пространство.
реально очень много места. Итак, это Хаслер 2015 года выпуска за 440 тысяч рублей. Дахацу Танта. Этот автомобиль уже идет такой побольше, он подлиннее, пошире, повыше. Комплектация не пустая, но и не богатая. Бесключевой доступ, климат-контроль, мультируль, спидометр 140. Посмотрите, какая здесь высокая крыша. Здесь место просто вагонище. Я не знаю, сюда два меня, наверное, сядет, да, чтобы достать до крыши ребят. Электрический стеклоподъемник, подстаканник, фальшивер даже есть, никто не украл. Вы посмотрите, USB вход, один, два, нет, один. Подушка безопасности, мультимедиа система. Руля кожаного не хватает, даже есть электродверь. А, и смотрите, стойки здесь нету на этом автомобиле. Вот так, оп, получился у нас столик. Ну, естественно, можем подвинуть. Вообще место вагон просто даже не знаю, как это назвать. Давайте немножко испачкаем, посидим. Развалились и в дорогу. И посмотрите, сколько здесь места, как здесь широко. Зеркало уже сюда кто-то продавец поставил, такое модное, побольше. Сидушечку двигаем. Делается, в принципе, все просто движением одной руки. Задняя часть автомобиля. Камера заднего вида есть. Что там по низу у нас происходит? По низу передний привод нержавый. Задняя дверь идет пластиковая. Сиденья у нас опрокидываются. Ниша, домкрат. Называемый тазик. Надо сиденье подвинуть. Подвинуть надо сиденье, чтобы туда залезть. Также для задних пассажиров. Смотрите, здесь колоночки, бутылочница. Пластик, все, ребят. Все идет пластик. Спинки переднего водителя. Есть еще задний водитель, да, у нас. Спинки кресла водительского. Три кармашка снизу и сверху по два кармашка. Также ручки и вмонтированы шторочки. То есть сейчас шторочка здесь стоит, шторочка убрана. Ну и в стойках, да, вот эти форточка, собачник так называемый. Тоже они, знаете, такие большие. То есть добавляют и света в салон, и видимости. Также зеркало, смотрите, видите? Сонары, без литья, летняя резина. Правая дверь идет не электро. Ну давайте под капот тоже заглянем. Хотя посидим сейчас на месте водителя. Руль, как я говорил, обычный пластиковый, мультируль. Открывается даже с брелка, с кнопки. Кнопка старт-стоп, подстаканник спрятался. Система, что-то не хочет заезжать обратно, система... Предстолкновение, система антиюз, эко-идол, корректор фар, здесь ниша, ну и вот открывание капота, и под рулем здесь еще такая небольшая ниша, дверная карта, пищалки, ну и сама торпеда, да, она ровненькая, то есть сюда что-то можно положить. Также есть еще один дополнительный бардачок у автомобиля. Здесь тоже как бы стоек нету, не знаю, как это по безопасности, да, будет, вот, но в автомобиле очень светло, в автомобиле очень много света. Все тот же 07. 15-й год. Цена не особо дорогая. 375 тысяч. Так, друзья, ну раз зашли на вот эту стоянку, возьмем еще несколько автомобилей. Это такие уже рабочие идут лошадки. Nissan Bongo, Nissan Vanette. Вот, целенаправленно здесь занимается ими. Значит, стоимость вот этих автомобилей, цена здесь не указана на каждом из автомобилей, но начинается от где-то 730 тысяч рублей. Я думаю, там торги, не торги, тысяч там от 720, давайте будем так говорить. Есть высокая крыша, есть низкая крыша, есть с форточками и так далее. То есть вариантов довольно-таки много. Автомобили идут 4 ВД, значит, пробег здесь указан настоящий. 14 год, 4 ВД, пробег 82 тысячи. 14 год, 4 ВД, 4 ВД не буду говорить, пробег 124 тысячи. На данном автомобиле пробег 91 тысяча. Следующий автомобиль, 13-й год, аукцион 3,5 балла, пробег 134 тысячи. 13-й год, 4 ВД, пробег не указан. И еще одна Бонга у нас стоит. Еще одна Бонга стоит, 126 тысяч пробег.
Есть попроще комплектации, есть комплектации получше. Ну, такой вот автомобиль, да, это закрыты они все. Брать куда-то на фирму, в деревню, там, для хозяйства, такого плана. Сейчас даже, наверное, один какой-нибудь откроем. Один нам открыли, 13 год, 4 ВД, стоит он 730 тысяч рублей. Давайте посмотрим по салону, то есть идут форточки, стекла уже идут, тонир. Посмотрите, какой салон, да, вот именно само покрытие, оно чистое. По бокам, да, по бокам оно как бы есть, но автомобиль это рабочий автомобиль. Он идеально чистым быть не может. Либо у вас будет отмененный салон весь, либо будут какие-то нюансы. Сиденья складываются вот таким вот планом. Место, ну, раскладывать мы не будем, садиться мы не будем. Места, поверьте, здесь очень-очень много в автомобиле. Дверная карта. Все такое, как бы, как вам сказать, по-деревенски, да? Все простое. Сиденья демонтированные, широченный, огромный подлокотник, два подстаканника, руль обычный, пластиковый. Автомат, раздатка, ГЛОНАСС установлен, климат. Пробег на автомобиле, вот, ребята, вот я когда сажусь в такие автомобили, говорю, чувствуешь себя за рулем троллейбуса, руль прям, знаете, вот он такой большой, как в троллейбусе, перед тобою. Кулиса, электрический стеклоподъемник, можно повесить шторку, большая высокая крыша, подсветка работает, пробег не помню, говорил, не говорил, по-моему, только что говорил, 140 тысяч пробег на данном автомобиле, бардачки всевозможные, ниши, сюда можно поставить магнитофон, вот, 730 тысяч рублей, но, как сказал продавец, нужно торговаться. Десяточка однозначно, ну а дальше будет видно. Вот еще нам один открыли. Отличие, смотрите. Отличие. Во-первых, здесь идет деревянный пол, обшитый, тоже удобный и деревянный пол. И по бокам сделали. Идет перекладина. Ну-ка, можно ее установить? Да. Ее можно установить. Ну, деревянный пол, конечно, удобно. Но здесь даже, смотрите, можно залезть и посидеть. Можно вот так, можно вообще тут, наверное, прилечь, поспать. Коленки никуда не упираются, места очень много. Ну и здесь, смотрите, здесь уже установлен магнитофон. Тоже раздатка, в принципе, все то же самое. Стоит автомобиль также 720, 730, 740 тысяч рублей. Они стоят, как мне сейчас сказал продавец. Пробег на данном автомобиле указан на стекле 126 тысяч. Поэтому, кому надо, приходите, покупайте. Также есть выбор хайджетов, субариков. Сейчас посмотрим, цена есть на них, нет. Хайджеты хорошо берут. Хайджет то себя хорошо зарекомендовал. Этот стоит 349 тысяч рублей. Ну, это субарь, три звезды, звездочки. Посчитайте, сколько звезд. Раза, три, четыре, пять, шесть. Этот хайджет карго 350 килограмм грузоподъемность. Цена 310 тысяч рублей. А здесь что написано? А здесь 315 тысяч рублей. Кому верить? Он даже открытый. Он идет на автомате. Ну, салон, да, салон. Ну, такие, ребят, автомобили, конечно, тут не по салону нужно выбирать, а выбирать по ржавчине, по пробегу, по гнили. Понятно, что хочется, чтобы чистенький, аккуратненький, там не вкоцанный салон был, но это автомобили идут, они рабочие. На хайджетов большой спрос. Прям очень большой спрос идет. Найти нормально достойный хайджет больших трудов стоит. Сидушка такая дырявая. Рабочий автомобиль. Дверь, смотрите, машина маленькая, дверь такая широкая, широченная. Подсветка даже есть по салону. Итак, 310 тысяч рублей. Ну, что у нас? Рядом еще стоит, хотел сказать, Daihatsu Mira ES, это Toyota Pixis, Epoch, то же самое, что и Mira ES. Все один в один. Стоит автомобиль 16 год, он 4 ВД, 329 тысяч рублей. Ну, для 4 ВД тоже цена такая неплохая. Honda Active, грузоподъемность 250 килограмм, стоимостью 325 тысяч рублей. Что-то мы взяли такие с вами, прямо какие-то вот кейкары, смешные ценники. Сейчас пройдемся немножко
посмотрим автомобили, наверное, подороже. Акти стоит 325-1000 рублей. Сузуки Альта, датчик при столкновении, новый свежий кузов 310 тысяч рублей. Мувик 349 тысяч рублей. Ну что, сегодня выходной. Выходной дает о себе знать. Паркануться опять проблематично на рынке. Сейчас переедем на другую стоянку, потому что по рынку пешочком далеко ходить. Вот, несмотря как бы на карантинные вот эти меры, самоизоляция, все равно люди есть. Хотя, в принципе, вышло там какое-то постановление, да, то, что там автосалоном разрешили работать. Люди тоже появились, с продавцами поговорили. Ну, выходной это есть выходной, конечно. Самые продажные такие дни, прибыльные дни, когда машины покупают, это, конечно же, выходные дни, суббота, воскресенье, ну и, соответственно, праздник. Вдоль дороги тоже автомобили стоят. Fit 17 год, 4WD, 675 тысяч рублей. По левой стороне, видите, тоже стоят, как видите, люди ходят. То есть авторынок «Зеленый угол» живет. Манекен какой-то поставили. Я сначала, когда сюда ехал, думал, девушка стоит. Это манекен поставили в маске, автокредиты выдают. Видите, вот на выезд едем, по левой стороне тоже все забито, машины начинают прибывать. Кто смотрит наши видосы, видели то, что вот эта стояночка, она была такая пустенькая, подопустевшая. Есть новые завозы, новые привозы, новая растаможка, новые цены. Цены, ну, подскочили, но я не могу сказать то, что прям они прям много подскочили. Как бы с ценами сейчас, если честно, такая идет неразбериха с ценами. Есть выбор, в принципе, всех автомобилей. И люкс-классы, и кейкары самые дешевые, и среднего класса, и так называемые народные автомобили. Но по большей части, конечно, покупают недорогие автомобили до миллиона рублей. Ну и то до миллиона, это слишком сказано, да, тысяч, наверное, до 700, до 800 автомобилей берутся. Вот Филдер стоит оранжевый, 16 год, 770 тысяч рублей. Виц литровый, 515 тысяч рублей. Кейкаров наснимали, пойдемте что-нибудь такое нормальное снимем. Тех же самых Вицов, пробоксов, я не знаю, что-нибудь такое. Возьмем диапазон там до, наверное, до 600 тысяч. Вот давайте возьмем Суксид суперовый. Я так понимаю, он только пришел. 15-й год 590 тысяч рублей. Даже не знаю, какой он там, водовый, не водовый. Сейчас поглядим, посмотрим. Нет, ребят, он идет передний привод, запаска, все как положено. Суперовый Саксид. Салон. Ну, как я сказал, автомобиль только пришел. Салончиком надо подзаниматься немного. 4 стеклоэлектроподъемника. Да. Надо позаниматься. Магнитофончик надо поставить. Пойдемте посмотрим багажное отделение. Вот в таком состоянии приходят автомобили с Японии. Все чистится, намывается. Ну, как бы не все в таком состоянии автомобили приходят. Но есть некоторые. Лежит аукционный лист. Аукционный лист 117 тысяч пробег, 3,5 балла. Кузовщина автомобиля целая. Ну вот B4, заднее левое крыло и U4, да? Ну, пойдем поглядим. B4. U4. Притертость. Косяк на ручке. Здесь ничего не вижу. А нет, вот они, вот такого, вот она вот. Вмятинка идет. Все соответствует. Пойдемте поглядим еще под капотное пространство. У автомобиля резина пришла. Лето пришло хорошее. 2019 год. Резина. Ну, под капотное пространство, я думаю, уже помыли. Отмыли, да, но машина не ржавая. Так, 15-й год, суперовый салон, 590 тысяч. Также есть кейкары, ну как-то вот, знаете, люди все равно, продавцы везут такие сравнительно недорогие автомобили. Солио, пасики, мувы, хаслеры, флайеры, маза. Кстати, вот интересный автомобиль, интересный. Это уже идет он линзованный. Туманки, ходовые огни, литье. Интересный автомобиль, интересный цвет. Ну, цена не знаю, сколько стоит. Сейчас попытаемся узнать. Есть сиенты, есть новые
Prius. Вот еще один Hustler стоит, еще стоит Solio. Про боксов очень много. Porte, Spade. Тоже есть такие автомобили. А подскажите, сколько стоит Flyer? 460 тысяч. А Spade сколько стоит? 650. Вот давайте посмотрим. А, это уже 18-й. А можно его открыть будет? Нет, ну ладно. Значит, 18-й год, 650 тысяч, фары, линзы. Такая морда идет агрессивно. Ну, Spade, Porte. 18-й год, 1,5 литра бензин, климат-контроль, иммобилайзер, кнопка старт-стоп, хромированные ручки, метла. Салончик у него такой интересный. Да, конечно, открыть было бы его интересно, но, к сожалению, ключей от данного автомобиля нет. Те, кто знает, то, что по левой стороне у них идет дверь, одна боковая сдвижная. А MUV сколько стоит? А, вот MUV стоит, 4 ВД, 340 тысяч рублей, без климата, руль обычный, пустой, магнитола обычная, 340 тысяч, K-Car, 4 ВД. Аукционник, пробег 86, кузов в принципе целый. А пасик? Паса 410. Паса такой бордовый цвет. 15, а вот здесь написано 15 год, литр, Хана, Туманка, Ксенон, 410 тысяч рублей. Ну, Хана — это фары, линзы, бампер другой. Резина, коленка под замену. Тоже все закрыто. Многие говорят, снимаем, что все снимают. Ребят, ну что есть, то снимаем, потому что не думаю, что у вас на Западе есть такие автомобили. Вот, допустим, нашли интересный автомобиль, Toyota Auris, 2015 год. Какая цена у него? 850? Да. Стоимостью 850 тысяч рублей. Он открытый, посмотрите на внешний вид. Да, они есть, это хорошие, популярные автомобили, но как есть, мало их. Посмотрите на заднюю часть автомобиля, как он смотрится шикарно. Начнем с багажного отделения, такой сделаем небольшой мини-обзорчик. Сзади полочка ненужная. Здесь у нас двойное как бы дно, запаски нет, швы заводские. Нету пластика, ну есть, но мало пластика. В основном идет вся тряпка, нету такого там гремучести никакой не будет по салону. А сзади плавник, ветровики установлены, бесключевой доступ, сиденья, хотел сказать, кожаные, но это не кожа, это чехлы. Также они у нас складываются, трансформируются. Здесь у нас спрятался подлокотник с двумя подстаканниками. Места в автомобиле, ну, мне кажется, будет маловато места. Дверная карта, кожаная вставка и идет пластик. Зато стеклоподъемник, идет электрический и автомат. Здесь то же самое. Пожалуйста, продемонстрировали бутылочница, торпеда, пластик мягкий, прям пластик, здесь как под кожу сделано. Ну и магнитола бросается в глаза, как будто бы это все вот встроено родное, но по факту стоит обычная двадиновская магнитола. Здесь такого плана тумблера, вариатор, антибукс, два подстаканника, подлокотник, руль, по-моему, кожаный, сейчас посмотрим, полный мультируль. Можно завести? Да. Дали нам ключики. Напоминаю, вопросы такие, как бы, иногда поступают, как автомобиль завести с кнопки. Знаете, приходят и начинают тыкать, там тыкают, автомобиль не заводится. Чтобы его завести, нужно нажать на тормоз. После этого нажать на кнопку, автомобиль заведется. Да, кожаный руль, мультируль, сейчас проверим, работает, нет. Антибукс, ручник, где положено. В принципе, все ясно, удобно, доступно. Вся центральная часть перед тобой, мне мало места. До потолка очень мало места. Руль, мультируль работает. Камера заднего вида есть. Траектории нет. Пищалочки. Давайте сядем, посидим. Стеклоподъемники работают. Руль у автомобиля крутится. Без этого, конечно, никуда. Аварийки работают. Что-то там японская женщина сказала. Трипы. Все работает. Все работает. Ну, по месту, да, конечно. Маловато мне места, маловато. Подсветка, обычно, знаете, сделано удобно. Открыл. А, либо подсветка сразу загорелась, либо открыл зеркало, загорелась подсветка. А здесь ее надо вот нажать, включить. Не знаю, зачем это сделано. По мне так неудобно. Чечница. Вот, что еще? USB там входа нет. Нет, USB входа нету. Аукционника тоже нет. Документы на автомобиль есть. Итак, Auris 2015 год,
850 тысяч рублей стоит автомобиль. Ну, согласитесь, да, то, что он шикарно выглядит, со стороны смотрится. Рядом стоит Спасия, такая желтого цвета. Спасия, 16-й год, гибрид, комплектация G Limited. Вот опять мы с вами говорил, он сниму машины 500, 600, 700 тысяч рублей. Опять перешли на кейкары. Ну, ничего страшного. Познавательно. Переднее сиденье диваном, потолок, крыша высокая, место просто вагон, место очень много, мультируль, автомат, климат-контроль. Все, ребят, по стандарту. Сиденье двигается вперед, назад, подогревы, всевозможные функции, шилдик японский. Ну, вижу, замена крыла на автомобиле была, наверное, второй ряд сидений. Тоже места много. Ну, здесь чисто, залазить туда не будем с ногами. Вот так вам просто покажу. Закрываем. Танка, смотрите, вот с правой стороны здесь сделал. Ну, давайте еще багажник посмотрим. Спасия, Танты. Ну, машинки такие. Идентичные, я бы так это назвал. Что еще рядом стоит? Рядом стоит Фрит, но это уже новый Фрит, последний кузов, такой серый цвет, какой-то вот, не знаю даже, как его назвать. Красивый, интересный цвет. Дверь идет, по низу идет пластмассовая накладка. Не знаю, это если вы куда-то, наверное, подъезжаете, чтобы дверь металл не покоцать. Ну и посмотрите, сколько здесь места. Тоже двухуровневый багажник, потолок. Это все можно сложить, переложить, можно вообще убрать. Сзади розетка, окна, потолок светлый, диодная подсветка, пластик. 800 тысяч рублей, электродверь. Ух ты, уже коврики. И честно, кстати, вот всем говорим, ребят, покупайте вот такие коврики. Вот реально, не пожалеете. Офигенная вообще штука, офигенная вещь. Сиденья у нас складываются. Я думаю, они... Так... Не думаю, знаю, то, что они двигаются. Вот так раз, уехал. Либо багажник увеличили, либо место сделали побольше. Тоже встроенные шторки идут. Электрический стеклоподъемник. Бардачок хотел назвать, не бардачок. Подстаканник. Ручка удобная, очень удобная. Реально в машину заходить, выходить без ключевой доступ. Руль обычный, пластиковый. Лифт сидений, ручник ножной. По комплектажке подогрев зеркал, датчик при столкновении, две электродвери, ну-ка, левая работает, зеркало смотреть на задних пассажиров, зеркало заднего вида, климат-контроль, дверку давайте закроем, кнопка старт, спидометр вынесен вперед, мультимедиа-система, есть даже пульт от магнитофона, бардачок, документы, проход на второй ряд сидений, два подлокотника. Подсветки здесь нету. Круиз-контроль активный, мультимедиа, телефон, выдвижной подстаканник, выдвижной бардачок, столик 3 килограмма выдерживает. Литье, летняя резина, 860 тысяч рублей, 17-й год идет автомобиль. Рядом полноценный микроавтобус. Вот уже, ну, что-то мы перескочили эту планку. Ну, ладно, что будет, то будет. Значит, Esquire, 4WD, 18-й год. Комплектация максимальная. G Premium Package, 1 миллион 850 тысяч рублей. Ну, 18-й год. 18-й год, это, конечно, круто, конечно. Ну, здесь уже с кейкаром, конечно, не сравнится. И в салоне запах такой приятный. Вот дверь открылась, прям... Реально приятный запах по месту. Говорить ничего не буду, места очень много. Руль кожаный, под дерево, пробег 33 тысячи. Мультируль, круиз-контроль, авторучка переключения передач, управление климат-контролем. Здесь что у нас такое? USB-вход, розетка, подстаканник. Здесь какие-то две кнопочки должны быть. Это у нас выдвижной какой-то столик самодельный. Нереально огромная магнитола. 180, очечница. Видите, здесь еще у нас все в пленочке идет. Вот о чем я говорю. Очень удобно. Не надо там включать что-то. Козырек открыл, подвинул, подсветка у тебя загорелась. Ну-ка, если вот так сделать, вот погасло. То есть даже если вы забыли закрыть, все равно она погаснет. Так, ладно. Кнопка старт, стоп. Все ясно, понятно.
два капитанских кресла. Ну, садиться мы туда не будем. С левой стороны у нас столик с двумя подстаканниками. Также шторочки, сиденья у нас, их можно раздвинуть. Влево-вправо вылезет у нас столик. Ну и также идет два подлокотника. Мне очень нравится салон у этого автомобиля. Прям шикарный. Конечно, взять какой-нибудь Alphard, Wildfire там покруче, но из автобусов нравится, очень нравится. Задние сиденья крепятся по бокам. Ниша, запаска. Все, ребят, как положено. Полюбуйтесь на заднюю часть автомобиля. Спойлер. Ну, японцы молодцы все-таки. Какие японцы молодцы. По бокам тоже обвес, как бы, такие расширители идут и хромированная накладка. Итак, Esquire, 18 год, 4 ВД, 1 850 000. Друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто поставил палец вверх. Всем спасибо, кто написал комментарии. Давайте, до новых встреч. Всем пока.